Господи. Это жуть какая. Он же больной на всю голову. Лучше держаться подальше. Да. Надо уходить! Зря вы прячетесь, сучки мелкие! Хотите захапать все золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. А мы все в деле, так? Пытаетесь меня облапошить? Что вы не делите? Вы оставите меня здесь, на смерть. Но капитан здесь я. Я здесь главный. Поэтому я здесь решаю, кому уйти, кому остаться. Вот-вот нас догонит. Ты ведь придумал, что делать? Сидеть тихо. Посмотрим, что будет. Ага. Американцы пробивали себе дорогу в чужие края. И остались не у тех. Генераторы включены! Золото мое! И теперь пришла моя очередь бить! Моя! Вот этой вот большой кувалдой! Порядок. До поры. Ну все, все. Не с места. А вот теперь никто из вас не изменится. Повернитесь. Тихо. Медленно. Вот так. Ладно? Не меняйся. Не смейся. Руки вверх. Тихо. Нет, нет. Нет, не так. Никаких перемен. Все. Просто убери пистолет. И никто не пострадает. Вы что думаете? Я хотел убивать? У меня просто не было выбора. Он внутри нас. Я прав? Я же прав. Вот опять! Опять все переменилось! Что? Что изменилось? Назад! Не лезьте к туману! Эй, здесь нет тумана! Не вдыхайте! Не вдыхайте туман! Стой! Что это за туман? Как он действует? Он... зло. Он оживляет то, что не должно быть живым. Уже внутри. Уже внутри нас все. Да успокойся ты. Стоп. Стоп. Туман в комнату из нас. Убери пистолет, слышишь? Что за разговор? Чего ты меня приказываешь? Да, вы вдохнули туман. Только что. Я чувствую. Ладно. Слушай, в последнем трюме и правда что-то было. Какая-то дымка или туман.
Я знал. Говорил. В тебе есть туман? Нет. Мы задержали дыхание. В нас нет никакого тумана. Да ладно! Вы типа крутый дайвер, но думаете, я куплюсь? Мы здесь уже много часов. Вы типа все это время не дышали? И сейчас не дышите? Боже, он во мне. Кошмар, я вдохнул туман. Он во мне, да? Я чувствую, как он там вихрится. Меняет меня. Внутри. Спокойно. В тебе нет никакого тумана, поверь. Нет. Хватит врать. Вы все видите его во мне. Вы просто врете. Туман внутри. Врет меня заживо. Эй, стой, не надо! О, твою мать! Твою мать! Твою мать. Ничего это. Класс! Просто охренеть! Ну да, давай тогда сразу утопимся в луже. А что? Это все очень увлекательно. Ну, народ, где вы все? Что происходит? Все в порядке? Боже, ничего не случилось. Надо идти к ним. Надо спуститься, узнать, все ли в порядке. Черт! Что делать будем? Я за ними. Проверю, что там. А ты жди возле радио. Надо придумать что-то еще. Я буду прямо очень осторожен. И вернусь сразу, как найду генератор. Все будет хорошо. Осторожней там. Ладно?
Вот только этого мне не хватало. Где-то я это видел. Психуй! Мы хотим отсюда выбраться. Не надо лишней крови. Расслабься. Никому ты не нужен. Спокойно. Мы что-нибудь придумаем. Знаешь, это плохая идея.
Ну что, попробуем? Место. Он заброшен? Ау! Алекс! Джулия! Вы здесь? Просто хочу знать, что с моим братом. Он пытался нас спасти и вызвать помощь, ничего не зная о лодках, о навигации. Господи, только бы он был сейчас жив! Ну зачем я его отпустила?